Что это за бардак в моей комнате? Мне кажется, я не разбрасывал эти вещи. С другой стороны, кто же еще это может быть, как не я? Ведь сюда, кроме меня, никто не входил. Нужно почаще решать арифметические примеры, чтобы память меня не подводила. Ладно, дружок, я скоро приду. Ты даже не успеешь остыть от моих объятий, как я уже вернусь. Бабушка, я отнес игрушку и пришел один, как ты и просила. А что ты приготовила? Вкусную, питательную и полезную еду. Опять овсянка? О нет, только не это. Может, лучше покушать вкусного, питательного и полезного мяса? Какой же ты привередливый, внучок. Ладно, на ужин приготовлю тебе котлетки. Ура! Из овсянки. Но я не люблю овсянку. Еще недавно ты был недоволен моим подарком, а теперь носишься с ним по всему дому. Оторвать невозможно. Полюбил уродца, полюбишь и овсянку. Хаги-Ваги не уродец. Он очень милый. Ешь давай. Я все съел. Теперь мне можно вернуться к моей игрушке? Иди, только зубы почистить не забудь. Шум в моей комнате. Окно открыто. Тут явно кто-то был. И значит, это он навел тут беспорядок. Мои трусы и носки валяются по всей комнате. А, это же я их разбросал. Но книги раскидывал точно не я. О, нет! Куда делась моя игрушка? Ее похитили! Продолжение следует.